Прикольный костюм. Ты глянь на него, ты видишь? Да. Ну, да, прикольно, необычно. Уникально, стильно, молодежно. Ух, чётик. Ну, 10 тысяч, да. Сейчас прикиньте, просто один калаш гарантированно и все. Просто 10 тысяч никуда. Короче, мне просто нужно много материалов, очень много материалов, и все. Так. Импресс, не надо мне, да, инвайта. Поехали, короче, первая десяточка. Габорик, ты радуйся, я буду радоваться. Материал сюда, просто с первого же, есть. Ебой. -3. Нормально. Да, серебро это ерунда просто. Да. Красочка тоже пойдет. Только за калаш. Я слушай, ну калаш же там гарантированно в любом случае выпадет. Для разогрева отлично, ребят. Для разогрева пойдет. Поехали еще десяточка. Так, купончики, купончики, краска. Так, музыку-то доофнем. Так, парашют, кстати, выпал. Насколько мне известно, парашют этот у меня уже был. Да, этот парашют был у меня уже. А пофигу, пусть будет. Потом переработаю. Так. Похуже немного. Ну такое, да. Давайте с пропуском. Можешь себе позволить, братан. Так, первый костюмчик. Кстати, такого не было костюма. Первый костюм. Габи буду скидывать. В смысле, тебе же нравятся такие... Тебе же ботинки такие нравятся, в смысле? Ты сам говоришь, что ботинки такие нравятся. Ладно, побегаю пару раз. Ну так, подцепить кого-нибудь ботинками. Так, краска. Еще краска. Краска-то, кстати, тоже нужна. Все-таки лучше, чтобы краска выпадала как можно больше, чем вот серебро, вот это... Материалы и так далее, не нужна ерунда абсолютно. Краска получше будет, да. Но краску тебе и так полно, мне кажется. Да нет, краски у меня очень мало, у меня тут 3-6 краски всего лишь. Ну все, не берешь. Так, давайте с пропуском десяточку. Парни, прожимайте пока лайкосики, калаш даже не близко. А, подожди. И теперь продолжаем крутить. И выбиваем. Серьезно? Выпадите что-то. Да нет, это просто суеверие. Да, суеверие, согласен. Человек носки надевать перед стримом, о чем еще ожидать? Шерстяные причем, да удачи. Да, отстань, а. Да, краска, краска, серебро. Еще серебро. Да елы-палы, брат, ну что такое? Ну давай. Невозможно. Да реально ничего не падает, что за ерунда-то, ё-моё. Блин, ну где калаш? Калаш выпал, братан, калаш выпал, я тебе отвечаю, калаш выпал, 100%, это калаш выпал, братан, калаш выпал, калаш выпал, я сказал, я же сказал. Как это задержка, братан, в Дискорде? Да нет, потому что лаки 5, понял, лаки 5. Сегодня он будет с калашом бегать, Кайф, калаш выпускаешь, брат. Да нет, какой-то материал целая куча нужна. Ближний Восток. Ближний Восток реально рабочая тема. Ближний Восток. Ты вообще средний сказал, иди отсюда. Давай. Какая разница, он же был средний раньше. С пропуском. Ну не так много потратил, Никит. Ну да, кстати, повезло. Тут уже остальное, этот, как его. Ну, калаш, да, калаш выбил. Сейчас материалы нужны, ребята. Да, сейчас материалы, чтобы прокачать. Габа, давай завтра так же еще один откроем. Калаш должен выпасть. Закинешь 10 тысяч. Не, ну если мне еще один калаш выпадет, то все как бы. Это все, это надо ставить Южную Корею, братан. А, Южная Корея, точно. Все, Южная Корея. Все, Ближний Восток уже себя отработал, ставим Южную Корею. Ну, калашников еще хочу. И материалы. Еще калаш выпал! Братан! Еще выпал! Ты понимаешь, еще выпал! Леха, я тебя люблю, отвечаю! Леха-то я сказал, реально выпил! Я сказал! Японию еще калаш выпал. Еще калаш выпал. Сюда просто второй калаш. За 130 кротов или? За 100, второй калаш, за 100. Да. А прикинь, сейчас, давай, сейчас на Азии, как Габорик посоветовал. А потом на Северную Америку, как Леха сказал. Сейчас, только заранее не говори, запарил. В смысле нет? Там, понимаешь, там лаки обнуляются, видишь, лаки 15 из 200. Если лаки обнуляются и ставится там 5 или 1, то это означает, что калаш выпал, понимаешь? Да, как калаш выпал. Да. Он не шарит, он же не открывает. Блин, реально? Я думал, задержка, брат. Нет, тут, короче, лаки, видишь, 15 из 200. Так, Леха, что ты там сказал? Какой сервак? Материал, может, выпадет хотя бы. Давай, поехали. Блин, я думал, сейчас опять калаш выпал. Я бы уже... Слушай, а смысл от двух калашей? Я так и не понял. А за второй калаш материалы дают. Да, материалы дают. Три материала. Три материала, нифига себе. Да, там материалы плюс дают, понимаешь? Понял, ну это офигенно. А, рядом. А, ну да, не выпил, тут надо на это смотреть. Давай на Европе открывай. Так, подожди, Леха, давай, чё, дальше Лёха здесь говорит. Крутим или другой сервак выбираем? Давай какой-нибудь другой выбирай. Давай, я тебе... опять Ближний Восток. Ближний Восток, окей. Ближний Восток, там как он его называет? Всё. Поехали. Ух. Придется стрим пересматривать, ё-моё. Ждем калаш просто. Я орну, если еще один калаш выпадет. А ты было два раза выбивала подряд что-нибудь? Нет, так первый раз в жизни, братан, чтобы вот так выпадало два раза калаш, что первый раз в жизни. Первый раз. Я такой никогда не был. Тоже нормально. Вообще супер. В хозяйстве пригодится, ребят. Так, Челюха, дальше. Давай, Габорик пусть говорит. Габорик, давай ты. Я выбираю... Я, ребята, за Европу, это наше все. Давай Европу. Давай Европу, давай. Так, давай, смотри, с пропуском или сразу же десятку, или по одному, давай так. Время работает на нас, братан, потихонечку. Давай десятку с пропуском. Десятку с пропуском по одному или десятку без пропуска? Давай 10 без пропуска. Ну давай с пропуском. Давай одну с пропуском, а другую без. Десятку с пропуском, да? А потом без. Да. Да. Давай. И потом без и выпадет. Калаш. Да, и выпадет. Ё! Материалы, маска! Сюда просто! Неплохо. Так, и получается и без пропуска, да, сейчас? Да, и сейчас без, и опять выпадает калаш. Нет, калаша нет. Ребят, не, материал прошлый выпал. Вот, когда с пропуском открыли. Игра взломана, официально заявляю. Нормально. Пойдет. Голова заболела от двух калашей. Краски. Нормально, давай, фарми, уже пофиг, у нас уже все есть. Так, подожди. Если быть точнее. Так, дальше что там? Выбор режима, настройки, куда? Че, Европа? Мы не выбирали. Да, сервак другой ставили. Подожди, мы какой-то сервак. По-моему, Азию не выбирали, да? Азия была уже. Я просил Азию. Южной Америки не было. Давай Южную Америку. Ставь Южную Америку. Так, давайте Южную Америку. Потом без пропуска. Давай так. Не, давайте сейчас 3 по одному с пропуском. 3 по одному с пропуском так сделаю. Так, раз. Два. Три. Так, подожди. И теперь 2 без пропуска, также по одному. Блин, я думал, костюм выпадет, но, блин, близко. Кайф. Да, опять, слышишь, ну ладно, краска пусть будет. Так, теперь десятку, давай, окей, поехали. Без пропуска, да? Нет, это с пропуском. А, это без пропуска, да. Ребята, за 5 минут. Давай, а потом с пропуском. Давай, окей. И выпадет что-то. А еще раз, лаки за счет чего формируют? Лаки за счет открытия, братан. То есть ты открываешь, ну вот, к примеру, 200 открываешь, ни разу и ничего не выпадает, на 200 тебе выпадает гарантированно. Так, а теперь десятку с пропуском, да? Давай. А сейчас с пропуском было? Сейчас без пропуска, сейчас быстро. Десятки остались. Да, у меня 2 последние десятки. Все, давай. Все, поехали. Давай, поехали. А давай одно без пропуска, чтобы посмотреть. Да одно без пропуска, брат. Последний, ну, чтобы посмотреть. Без давай без пропуска, интересно. Вот, а сейчас будет без пропуска. Подожди, да. сервак. Сервак меняем, так. Да. Так. На ближний. По-моему, на Ближнем Востоке, да, выбивали? Да, и на Азии. Да, Ближний Восток. Не, на Азии не был, на Корее был, брат. Так, ну, Корее, да. И без пропуска десяточку. Без пропуска, да. Это важно, без пропуска. Ну что, ребята, так, поехали. Калашик, давай третий калаш, ну пожалуйста. Ну ты прям надлил, но все равно. Да блин, ну третий калаш хочу прям вообще жестко. Давай третий калаш. Аппетит приходит во время еды. Конечно, давай третий калаш, пожалуйста, игра, ну. Так хочу третий калаш. Какая красивая, моя пупочка. Так, короче, я закрываю глаза. Давай, так. Я открываю. Да, давай, все, закрывай глаза. Я тебе свистну еще. Давай. Я реально закрыл? Давай, открывай. Давай, свистани. Все, я закрыл. Окей. Так, неплохо, краска. Ага, рядышком. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Есть! Это не калаш, но ты знаешь, это великолепный скин, брат. Не смотрим дальше. Брат. Я не смотрю, я не смотрю. Попытки. О, еще один скин, неплохо, просто великолепно. Рядом калаш. Последняя попытка и серебро. Ты будешь рад, брат. Калаша. А, сюда, костюмчик еще, ебой. Вот это офигенно, костюмчик. Ты все выбил. Братан, все выбил абсолютно. Вот фух, это дать, братан. Вот это офигенно. Просто на последнюю десятку мне выпадает костюм. Да, кстати, подарки. 7700 онлайн. Ребят, лайкосики прожимайте, чтобы вас также выбилось. Это тоже работает фишка. Калаш. Калаш, еще костюм. Да, я хочу. Так, мастерская, лаборатория. У меня 6 материалов, ё-моё. Калаш, вот он. Блин, он офигенный. Ну, честно, киллчат офигенный, просто киллчат, я не знаю, такая пушка просто вообще лютая. Ну да, круто, очек со звездами, звезда. Смотри, какая окончательная форма, братан. Ты видишь? О, там вот эта херня болтается. Да, вот это болтается. Очень круто. У него этот ящик. А ящик вообще фиговый абсолютно, не знаю, мне он не нравится. Но обычный дефолтный ящик. Нормальный. Но был бы такой вот, сейчас покажу, был бы такой. Вот это офигенный просто. Байтерская тема. Это лучше, да, это лучше. Но это тоже.